Зашел буквально там, заполняешь анкету, 2 минуты и выходишь уже привитым. Начальник производственной службы Балаковского филиала АО «Апатит» Александр Воробьев прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции в числе первых среди своих коллег. Решение о том, что поставить прививку необходимо, мужчина принял после длительных раздумий и изучения эпидситуации не только в Балаковском районе, но и во всей стране. Переборола та мысль, что рано или поздно, наверное, болезнь все равно настигнет, потому что болезнь не уходит никуда, да, продолжает распространяться, люди заболевают каждый день. Соответственно, чтобы минимизировать риски заболевания и заражения потом своей семьи в итоге, да, там и сотрудников на работе, ну, конечно же, я согласился пойти и привиться. Ну, я считаю, что это правильное решение. Вакцинация против коронавируса в Балаковском районе идет активно. Первым компонентом вакцины привились уже около 1200 человек, вторым – почти 400. На сегодняшний день в листе ожидания более 1000 балаковцев. Это люди, которые проявили сознательность и решили обезопасить от заражения себя и окружающих. Естественно, в первую очередь мы делаем вакцину и рекомендуем делать группам риска. То есть это лица старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями хроническими, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, сахарным диабетом, ожирением. То есть вот как раз это те контингенты, которые наиболее уязвимы и подвержены риску заражения. Активно к вакцинации подключаются и работники больших коллективов – медики, педагоги, сотрудники заводов. К примеру, уже треть работников Балаковского филиала АО «Апатит» ожидают прививки. 450 человек уже записались. Это только началась работа по информированности работников. Эта работа будет продолжена. Плюсом мы начинаем делать полностью всех работников на антитела, чтобы понимать, кому нужно прививка, кому, может быть, не нужно еще пока делать, а чуть позже делать. В любом случае работа это идет. Сама вакцина хранится в особых условиях, при низких температурах. Поэтому прививки пока делают только в городских поликлиниках. Здесь есть необходимое оборудование. Но уже в ближайшие дни в села Балаковского района направят морозильные камеры. И жители отдаленных населенных пунктов смогут поставить прививку, не выезжая в город. Вся процедура проводится под присмотром медиков. У пациента проверяют давление, температуру, насыщение крови кислородом. И наблюдение продолжается после постановки вакцины. Переносят наши пациенты в вакцинацию в штатном режиме без каких-либо осложнений. Коронавирусная пандемия была объявлена уже практически год назад. И чтобы вернуться к нормальной жизни, всем нам необходимо проявить сознательность. По мнению медиков, остановить стремительное распространение инфекции поможет только массовая вакцинация населения, которая способствует выработке так называемого коллективного иммунитета. Записаться на прививку может любой желающий. Она делается бесплатно.